Ну, такое сегодня было семейное противостояние. Я, если честно, первый раз видел, когда отец против сына играл, да, один тренер такой вот отсадил. Было ли какое-то ощущение мандраж или еще что-то, связанное именно с этим? Ну, я не думаю, настраивался как на обычную игру, в принципе, что я, что отец, мы профессионалы, поэтому это просто игра, и как бы все старались победить, показать свой максимум, я думаю, ничего особенного. Согласитесь, что была игра двух равных команд, и, наверное, ничья – это закономерный итог? Ну, соглашусь, думаю, примерно равное количество было голевых моментов, и, как бы, думаю, игра понравилась зрителям, было интересно. Ну, и нерв чувствовался. Да, соглашусь, накал был. Можно еще попросить вас шапочку и сказать, поздравляю вас с наступающим Новым годом.